Добрый день, молодые люди. Меня зовут Эрик Сукашоков, и я знаю наперед. Ты зашел на этот ролик благодаря рекомендациям на YouTube. Если бы этот ролик бы не попал на главную, ты бы сюда бы не зашел, как и 90% других людей. Это, к сожалению, истина, и так все работает. Поэтому есть одно решение. Это канал Telegram. Я наконец-то решил им заниматься и перенести все свои социальные сети именно в него. Там будет самая преданная и дружелюбная аудитория. Может быть, ее и будет мало, но она будет. Я смогу общаться 24/7. Ну и 1 апреля я разыграю в своем телеграм-канале 50 лайт-подписок на Сабишоке на месяц. Ссылочка на телеграм есть в описании. Я тебя там жду. Можем уже пообщаться. Ну и самое главное, прямо сейчас вы увидите ролик про модерацию на Сабишоке. И это было интересно. Во-первых, там было очень много моментов. Ну а во-вторых, рекордное количество читеров. Мне кажется, это именно так. Ну а самое главное, там были некоторые клоуны, которые прикидывались до последнего, что они чисты. Много, да, спойлеров? Так что все, я молчу. Приятного тебе просмотра и самое главное, аппетита. И не забудь поставить лайк, если тебе понравится ролик. Мы начинаем. Николай по имени Сьюзен. Добрый день, Эйлхакинг. Добрый день. А, прямо сейчас мы приступаем. Я нажимаю встать на Prime. И с этой секунды мы теперь контролим ситуацию на проекте Cybershock.net. А МДМ читерство. Нарушитель у нас человек по имени Ноуси. АИМ. А, сколько у него часов? 122 часа, и у него вроде третий либо четвертый левел фейсит. Так. Нет, это первый, по-моему. А, это первые 9 матчей. КД у него 0.96, 17 фрагов АВГ. Ну, какой. Ну да, это печально. И скорее всего, сейчас он должен показывать просто худшую игру. Так, ну двигается он не как первый левел, это 100%. Это движение не первого левела. О боже, а что это сейчас было? Давай я сразу пропишу ESP. Так, теперь мы видим, что происходит на карте через рентген. Так, пытается. Он очень плохо стреляет. Слушай, ну стреляет он мимо. Какой у него КД? 7! 7! Есть шанс того, что он после того, как мы зашли, так начал играть. Ну, КД-7 это неадекватно. Но он очень плохо играет. Я не верю, что он так всегда играл. Смотри, у него КД спустился уже в 2 раза. Ну, сейчас начал опять играть хорошо. И потом начал убивать. Вау. Ну, слушай, играет он очень странно. Но это не первый левел. У парня спустилось КД до 2, 7. Очень странный чел. Но он не стоит проверки. Типа как игра жизни просто. Ладно, хорошо, ребят, мы выходим. Читов здесь не найдено, поэтому мы идем дальше. Читерство, ретейк, первый, третий лол фейсит. ВХ, АИМ. Нарушитель у нас 4 часа, пустой аккаунт полностью. Ничего интересного, даже аватарки нет. Поэтому очень даже возможно, что это правда. Ой-ой-ой, посмотри на его КД. 2. Смотри, у него 46 фрагов, как у противников 23 максимум. Ну, либо это читы, либо это смурф какой-нибудь. Не, ну и, наверное, игроки ставили РС в чат. Так. Возможно. Молотов. Правильно, Молотов. И знает про второго. Пока знает все. С ножом спокойно играет. Ладно, ничего примечательного. Ретейк, нарушение правил. Нарушитель у нас, оскорбление в текстовом чате. Сейчас, прямо сейчас он писал. Одно слово он написал. Ну, не знаю, дружище, ну честно. Ну, мы же не в детском саду, это нормальная практика. Нет нарушения. Читерство. АИМ. КД у парня сейчас 34/26. 1.33. Похоже на ложный тикет, как и обычно, да. Ситуация 3 в 3 сейчас, ну, нет, чуваки, ладно, я посмотрю еще раунды, но какие бесполезные тикеты, просто чел один фраг, наверное, сделал в голову и на него кидают тикеты, это ужасно, это просто ужасно. Нет нарушений, опять нет нарушений, это хорошо, это правда хорошо, оскорбляют. Вот бы легко вас был, так же, блядь, как сказать. Ой-ой-ой, о чем ты, дружище? Да. Да, кем не обладает. А что ты сейчас не обзываешь, чел? Там еще, кстати, ютубер Йорик играет. А знаете, да, такого? Такой. Йорик, я тебе доверяю как человеку, которого, с которым знаком. Сейчас я снимаю видео, проверяю модерацию на Сибирщоке. Это заслуживает бана или там было такое 50-50? Точнее, мута на 6 часов. Ну, мут на 6 часов, я думаю, нормально. Сам,
любой негатив. Может быть, он рофлил? Вряд ли. Ладно, я тебя услышал. Хорошо, мы кинем ему мут на 6 часов. Попрошайничество. АВП. Просит 25 рублей. 25 рублей, что за... Ладно, давайте посмотрим. Его зовут Шафи. Заходим на сервер. Не, нету карточки. Тогда она мне наличкой даст 20 рублей, что я буду... Так, речь про 25 рублей. Объясните, пожалуйста. Человек по имени Хафи, он попрошайничал? Да. Прям очевидно, да, да? Да. Нет. Хафи, в чем дело? Ты что, на базаре? Блять, извини. Ну как можно извиняться, дружище? Ты зашел в премиальный сервис Cybershock. Здесь играют самые обеспеченные, самые культурные люди этой страны. О чем ты вообще? Какие 25 рублей? Ты что? Хафи, к сожалению, ты прямо сейчас получаешь мут на микрофон за попрошайничество на 6 часов. Читерство. Pistol Retake. ВХ. Эх, людей ничего не учат. О, один час. Один или три. Ох, как хорошо. Ержан, добрый день. Да. Вас приветствует техподдержка проекта Cybershock. Вы кинули тикет на человека по имени Барракуда. Да. Объясните свою позицию, я сейчас за ним слежу, вы можете также за ним следить. И вроде он пока ничего не сделал. Не знаю, он спалился с ВХ, типа, блядь. Один за. А что для вас как понятие спалился с ВХ? Я им просто не верю. Вы ему не верите по какой причине? Потому что он маленький. Ну, блядь, вот сейчас сам я за ним посижу, я ему не верю. Просто не верю ему. Просто не верите ему. Давайте посмотрим за ним. Ну, я аккаунт новый, тем более. О! Я не говорю, не верю ему. О! 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 Слушай, я хочу позвать его на проверку компьютера, наконец-то. Добрый день, молодой человек по имени Барракуда. Да, это шок. К сожалению, вы нарушаете, возможно, правила проекта Cybershock, поэтому мы вас просим прийти к нам на проверку в Discord. Хорошо. Опа, скин чейнджер. Второе. Как, второе 03? Как давно? Второе 03? Ну да. Нет, но пользуюсь им давно, это не мой комп брата. Ну, а дружище, так не работает. А, так там, смотрите, у вас вон там еще экстрим хак, вон. Это, ну, как вы объясните? Что за бред? 2.03, так как вы это объясните? Подожди, ладно, хорошо. Ну ладно, скажите честно, зачем с читами играли? Он без читов играл. Так, кто он, я против? Мы про тебя говорим. Шок, слушай, вот сейчас ты говоришь с хозяином аккаунта. Алло. Что у вас происходит? Что же с Адом Барова? Ладно, лифте. В общем, мы будем вынуждены выдать вам блокировку навсегда за стороннее ПО. Да, да. Небольшая рекламная пауза. Сейчас подо мной есть барабан бонусов, который я могу прокрутить и выбить какой-либо приз из предоставленных. И мне падает 3 скина при пополнении 600 рублей. И я ввожу сюда промокод Мега Крип и прокручу барабан еще раз, а не буду ждать 3 дня. Этот промокод ограничен, поэтому кто хочет, можете его активировать. Мне падает 35% к депозиту. Ну, в любом случае, у меня 4300 на балансе. Давайте сделаем шестерку, открыв новые кейсы. Давайте магически. Тут сама фишка в том, что стоимость кейса постоянно меняется. Никто не знает список призов. Это интересная история. И нам падает 600 рублей плюс 1 токен. Предлагаю открыть тайное 3 раза. Контракт. Так. Нам падает 700. Ну, а ссылочку на GG-дроп и промокод для барабана я оставлю в закрепленном комментарии этого ролика. Так, читерство. На Only Mirage, на проверочку. Вау. Так серьезно, на проверочку. Папаша, не... Так уверенно, папаша. Папаша, ты очень уверен в себе. КД у него 2.62, 21 на 8. Это лучшее КД на сервере. Аккаунт у него без звания, без фейсита. Новый, супер, супер новый. О! Ну, есть... Не знаю. А! Это наш клиент. Это наш клиент. Слушай, я на самом деле чуть-чуть больше посмотрю для контента. Ребят, не бейте меня. Я хочу записать. Долбей ты.
реально спорим, что реально звука катает, да? Ладно, ладно, там люди уже его комментируют, я беру его. Добрый день, папаша. Блин, Эрик, шок. Ой, в смысле кто? На сервере подозревают Фудзи как читера. Я уже давно это знаю. Да, я понимаю, про это? Фудзи подозревает как читера. У тебя есть пруфы, что он с чем-то? Подожди, кого? Фудзи? Да, Фудзи. Ну не тебя же. Нет, 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 он без читов еще. Без читов? Хорошо, спасибо. Я ждал, пока меня проверили. Зачем тебе проверять? А что у тебя? У тебя что-то есть? На меня тут жалуются. У тебя что-то есть? Ну у меня ничего нету. Ну хочешь, можем на перчик сходить. Ну, если хочешь, по своей инициативе можем. Ну окей, папаша, пойдем, давай. Чувак, я его байчу очень сильно. И делаю вид, что я не понимаю, что у него чит, хорошо? Хорошо. И сейчас он уверен, он думает, что мы просто по приколу сейчас проверим компьютер. И мне интересно, до какого момента будет нам врать. Но у него очевидно чит, то есть это ВХ был, 100%. То есть, чуваки, это не контрится. Прямо сейчас мы занимаемся видеосъемкой. Мы записываем ролик про то, как мы проверяем игроков. На самом деле у нас программа чутка не очень правильно работает, поэтому она даже явно чит не видит. Поэтому просто сделай вид, что мы тебя проверили, хорошо? Че, серьезно? Ну, в плане, мы сейчас, ну, включи экран свой, мы тебя будем проверять. Ну, типа, короче, просто на показуху сделаем, давай. Бля, вот такого я, конечно, не ожидал. Как вас зовут, Эджер? Данил. Данил, отлично. Данил, давай проверяем меня на чит. Это что? Данил. Данил, это что такое? Данил! Данил. Это я, короче... Данил, вы меня пугаете. Чего? Что это такое? Да, короче, я перед проверкой на другом сервере вот такие архивы создал, чисто весь рабочий стол так их уставил. Чисто вот все здесь заставил ему. А, то есть вы без читов? Ну да. Я верил Данилу. Что-то дальше делаем. Так вы чисто... Драйвера качал. S-чит склада драйвера. Это чит. Ну, я надеюсь, не ваш, он просто попал в ваши загрузки. Нет, почему? Я качал его. Только он у меня не запускается, типа, из-за обновления недавно. Читы перестали работать. Грустно. Я подожди, Данил, подождите, что происходит? Данил, я не понял. Только что я вам доверял как своему брату, а сейчас я вижу, что у вас в скачках из читс. Это было неделю назад. Вы хотели скачать чит и запустить его. В чем дело, Данил? Данил, зачем вы так с нами? Я же доверял. Что будем делать? Данил, вы получите и так сейчас бан. А, пожалуйста, признайтесь честно, какой у вас сейчас был чит включен, вот прямо сейчас? Ну, честно, ты так бан получишь, дружище. Пожалуйста, скажи. За что? За что бан? Ты сейчас с читом играл? Сейчас. Да, прямо сейчас, на Сабишоке, пока 10 минут назад ты играл с читом. Да? А где это чит? Так мы тебя не проверяли до конца. Так проверяйте до конца. Окей, Дим, проверил до конца. А где вот эта вот программка MPEGZA, которая вот там была запущена? Откуда я знаю? Ну как, это же чит. Ну, откуда я знаю? То есть... Она бы там была. Ну смотрите, вы запускаете CSGO, после CSGO вы запускаете MPEGZA, который чудесным образом сейчас не находится на компьютере, да? Ну значит, ее нету. А, ну да. Ладно, в общем, вы получаете бан навсегда. Ладно, если честно, софт говно полный. На тех же проектах, которые я вот недавно заходил, я почти на всех играл, кроме вашего, еще ни один не спалил этот чит. Даже вот так вот даже не проверил. Ну, потому что это они, а это мы. Ладно, спасибо за то, что признался, только ты очень долго врал, это прям ужасно. А я не думал, что он останется. Я реально не думал, что он останется. Говорю, меня постоянно проверяют, поэтому он не остается, я не ждал. Включает паузу, угомонитесь. Как можно паузу включать? Может, музыку он сделал, да? А, музыка, да. Искать. Ну, трек очень хорош. Прикольно трек. Арена 5, послушай меня, внимание. 5 арена, добрый день. Кто трек включал только что? Дружище, дай мне этот трек по-братски. Как называется? Не-не-не-не, выруби. Просто дай мне это название трека по-братски. Товарищ, послушай меня. Прямо сейчас я тебя забаню, если ты не дашь мне трек тот. И, товарищ, скинь мне гребаное название трека. Пусть развайн скину, ты что? Мы что, клоуны здесь? Все, давай удачи, бро. Пока, в шок. Пока. Пока.
ХНС, нарушение правил. Оскорблял человека. Скиньте тренинг, алло. Иди сам, найди, зайди на сервер со мной. Я атап шифт. А, Зенин, ботяра, здорово. Так скиньте. Чё ты мучишь? Молодой человек по имени Лэнни, о чем ты? Как ты разговариваешь с людьми? Они старше тебя, во-первых. Во-вторых, какие оскорбления? Что за культура? Можно, пожалуйста, скинуть IP тренинга, алло? Вот так и надо было начинать, дружище. Я у них спросил. Ну, я прихожу, и ты их обзываешь запрещенными словами в Российской Федерации. О чем ты? Да. Можно мне тренинг, пожалуйста? Я хочу поиграть. Хочешь тренинг? Заходишь на сайт Cybershock, выбираешь ХНС, выбираешь тренинг. Что? У тебя не работает шифта? Да. Скинь просто IP. Тренинг. Вот тебе IP. А, дружище, Лэнни, все? Это оно? Да, все. Только спасибо, ты. Давай пока. Все, ну подожди. Ну, Лэнни, ты понимаешь, ты оскорблял людей, они кинули тебе тикет. Значит, ты оскорблял не просто. Ты получаешь мут микрофона на 6 часов. Ой, кибершок, сука, я. Как ты. Эрик, сука, Шоков пошел. Да меня чел матом покрыл сейчас. Массовый фрикил неадекват. О, вот массовый мне нравится. Velocity Abuser. Массовый фрикил. Очень хороший человек. А что из этого, правда? Тест. Играет без, за КТ без микро. Короче, он за КТ с мутом на 14 дней. Спам команды на минет, оскорбление игроков и модерации, токсичность, нормальный чел, оскорбление матери, слив. Ё-моё, сколько тикетов на него. Это рекорд, это рекорд за всю жизнь. Смотри баны, вот сколько банов на него. Что это такое? Это самый... Да, я тебе говорю, самый злостный нарушитель. За всю жизнь, да? За всю историю проекта? Походу, да. Это... Распишись на ягодице. Собака, боже, чувак. 470 часов. 2700, 2000 эла. Господи. Токсик. Очень. Я сейчас хочу пообщаться, посмотрите, он же должен общаться сейчас. Что ты хочешь от меня услышать? Зачем ты нарушаешь правила джейла? Бань, в чем проблема? Так я хочу с тобой попытаться поговорить, ты не хочешь это сделать? Да просто у меня мут везде, говоришь, делать нехуй, вот так вот развлекаешься. Развлекаешься, ладно, хорошо, удачи. Давай я вас забаню полностью на джайле. Давай. Я его навсегда забанил, так будет проще. Ну потому что он делает бред. А только на этом серваке? Нет, на всем джайле. Нарушитель был наказан. 23:30, уже очень поздно, люди идут спать, и мы тоже будем закругляться. Сегодня выпуск получился насыщенным, вначале было не очень, а дальше пошли все лучшие и лучшие тикеты. Мой коллега Дима Элхакинг стримит на Твиче, поэтому я оставлю ссылочку на его канал в описании. Ну а ровно через месяц будет очередной выпуск проверки модерации на Сабершоке. Не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить этот ролик. Ну или посмотри предыдущее. Приятного просмотра. И не забудь поставить лайк.